Всем привет! На связи SmokeFX. И сегодня в этом видео мы с вами будем отрабатывать вход в рынок на финансовом рынке. И каждый вход будет достаточно тяжелый, потому что сегодня у нас очень жесткий новостной фон целый день, и как ты видишь, тени просто сумасшедшие. Но даже здесь мы будем находить возможность для заработка. Я вам покажу, как при любом раскладе здесь каждый из вас сможет начать зарабатывать деньги. Я делаю бесплатный обучающий контент, поэтому, ребята, надеюсь на вашу а, такую чисто пацанскую людскую поддержку. Поднавалите лайкосов, давайте соберем здесь а, тысячу лайков. Мне будет приятно от души. Ну, если ты здравый, конечно. Если ты тюбик, можешь не ставить. На тюбиков обиды не держим. ГБП, GPI. Давайте заходим сюда и ищем. ГБП, GPI, ГБП, GPI. Нашли. Воу. И что же нам делать уже в таком случае? Смотрите. Движение на понижение. Здесь есть область. Откат у меня от минимума произошел. Здесь есть точки скопления. И вот эта ситуация максимально прикольная. Я буду заходить на понижение. Ха -ха -ха, по тренду. Смотрите, вниз. Раз. Вниз. Два. На пять минут. С перекрытиями чувствую, ну, все будет нормально. ГБП. GPI. Смотрите, чикс. Там на 5 минут вход. Давайте, на 5 минут вход. Все, сделка открыта. Вы понимаете, почему здесь я решил открыться на понижение? На 5 минут да хренище, но давайте уже следовать алгоритму. Потому что не буду следовать. Придется с вами просто общаться, зажили-были, оставшиеся там 3-4-5 минут. Это с перекрытиями. В чем здесь суть? Общее движение цены на понижение. График просто абра-кадабра полное. Происходит пробитие минимумов. Вот здесь вот, да, все минимумы. Минимум, минимум, минимум пробили, обновили, остановились. Покурекали, покурили, водочки попили и снова пробитие. Да сколько можно? Вот мы уже пришли к минимуму. Откат здесь от минимума нашего нового на новой неделе произошел. Хорошо. Сколько он будет дальше длиться? У меня есть вопрос. Сколько? Как долго он здесь будет длиться? Ну непонятно, что вообще, блин, ни хрена. Минуту, две, три, четыре, пять. Но понятно другое. Внимание. Тут мы можем сделать с вами вывод, что вот эти вот ключевые моменты, которые выступают в качестве скопления объема, точки скопления объема вот точка 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 скопления объема и везде здесь тянется ниточка вот такая вот ниточка 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 это не дотягивает до э, обозначения поддержка и сопротивления ПИС. нет не дотягивает но мы можем если у нас отсутствует с вами хорошая область поддержки либо сопротивления мы можем использовать эти самые точки скопления объема в качестве точки вот именно этой котировки для входа в рынок. Да, можем. Ну, а вы как думали? Но на 5 минут вход достаточно пфф, в такое длительное время. Обычно, обычно вот эти точки скопления объема, они могут скорректировать цену. Отправить ее куда-нибудь в тундру, но на промежуток небольшой. 1-2-3 минуты. Вот, вот, вот так бы я сказал. То есть основной вход в рынок это, там, например, на 3 минуты. Перекрытие 1 минута. На импульс. Чисто на импульс, если цена снова подойдет к точке. А, давайте еще раз посмотрим. Здесь я зашел в рынок на 5 минут. А охренеть. А, где мой э, скриншотик? Вот мой скриншот. Отлично. Люди сомневаются. Это правильно. Всегда нужно сомневаться. Я зашел на понижение. Я отдал свой голос за то, что будет движение вниз. Большинство людей проголосовали за то, что будет э, движение вверх. Как вы думаете, почему они решили, что будет происходить движение вверх? Движение вверх. Против основного движения вниз. После компенсации, которая успешно себя реализовала. При подходе цены к точкам на графике эти точки скопления объема. Но люди все равно решили заходить, если я ничего не путаю, а я не путаю, 49% здесь решили заходить на повышение у меня есть вопрос. Реально здесь присутствует, ты понимаешь? По тренду зайди, ну все будет окей. На полноценное повышение вопрос. Если кто-то зашел на повышение, на отработку импульса после отката, у них у всех минус. То есть тоже вопрос. Ребята, э, для вас есть очень хорошая новость. Совсем скоро... Э, так, кстати, я забыл. Вот у меня вопрос просто, как так получилось? Как так получилось, что... Как оно? Что мне тут скинуть? Здравые есть? Ну вот как так получилось, что большинство за то, что движение вверх? Я понял, вам нужна практика. Хорошо, вам всем нужна практика, ребята. Это факт. Вам нужна практика. Больше практики ты будешь понимать логику. Но, к сожалению, здесь большинство людей логику не поняли. Почему, что, зачем, как. И проголосовали за то, что движение вверх. И вот представьте, какой ужас они испытывают при таком э, движении вниз. Ну как это? Вот скажите, пожалуйста. Кто-то скажет, смог, а ты что? Не ошибаешься в своем анализе. Ребята, в своем анализе я не ошибаюсь глобально. Я могу ошибиться в тайминге. Я могу ошибиться в конкретном моменте для входа в рынок. И то это все на видео, потому что если я буду выжидать максимально наилучший момент, это очень сильно затянется. Я отрабатываю все. И по итогу я выхожу в плюс. Где-то у меня будет замечательный плюс. Чистый, двойной плюс, тройной плюс будет. То есть первое перекрытие, второе основа в плюс. Понимаешь? Ну вот кто со мной опять же здесь заходил на понижение. Давайте посмотрим, такие люди присутствуют. Кто заходил со мной вместе на понижение, тот получает здесь снова плюс. Типы против смоука торгуют. Это хорошо, что есть свое мнение. Оно и должно быть. По итогу у каждого будет складываться в голове свой взгляд на картину правильной торговли, хорошего анализа и все в таком духе. Это правильно, так и должно быть. Но я вас очень сильно прошу, чем-то обосновывайте свой вход в рынок я не могу э, принять тот факт, что здесь люди зашли на повышение, большинство, у нас больше 100 человек там было. От чего? От чего о... на повышение? Я бы понял, если бы здесь не было вот этой э, скопления, вот этой, вот этого скопления точек ключевых. Обозвать это хорошей областью сложно. Но ключевые точки здесь точно были, понимаешь? А вот здесь наоборот. Здесь можно пытаться заходить на повышение. Ну ты понимаешь, оно работает ну, просто в разные стороны. Да, ну на форуме у нас, конечно, на форуме у нас здесь движуха дикая происходит. Просто дикая. М -м -м да. Просто по факту тут плюс а в боте не отобразилось. Так тут большинство на повышение. Как же тут плюс? Вот еще, вот я вам просто показываю, да, кто здесь. Э -э отработка на импульс вопросов нет. На повышение на импульс вопросов нет. Вот на повышение с двумя перекрытиями. Все супер. Но я вам просто объясняю логику своего входа. У меня также есть отработки с двумя перекрытиями, и в этом ничего страшного нет. Перекрытие на бинарках это абсолютная норма, но ну, типы примите тут факты и факты, факты, факты примите, что чем больше ты будешь практиковаться, тем больше вероятность того, что твои риски будут уменьшаться, уменьшаться и уменьшаться. Понимаешь? Поэтому, братишкин, прямо сейчас, я думаю, уже все готово. Целиком и полностью. Кстати, по алгоритму здесь плюс. Видите, с перекрытием плюс на 2 минуты, вопросов нет. Все супер. 75 пунктов. Кто заходил в отработку, также получил плюс. Блин. Короче, всем желаю огромного количества практики, на самом деле, вот просто, чтобы все все понимали. Практикуйтесь, не страдайте фигней. У меня на данный момент, когда я записываю это видео, мы находимся в супертестировании и уже практически запускаем это все. 40 торговых групп. 40, внимание, 40 торговых групп. Новые обновленные алгоритмы на OTC, которые выдают по 50 плюсов в ряд. Вероятность этого 35%. С двумя перекрытиями. Ты понимаешь? То есть, ну, это просто что-то неимоверное. И все это доступно у нас в закрытом сообществе. Поэтому присоединяйтесь. У нас абсолютно офигенский формат, грамотный. Вы никому ничего не платите, но при этом можете Пользоваться, если вы активный трейдер. Представляете? Просто охренеть. Так, OutUSD. Ну, давайте смотреть. OutUSD. Объем был ниже. Где находится моя цена сейчас? Куда она хочет прийти? Прийти хочет сюда. Придет. Объем был ниже. Сейчас у нас странное телодвижение на графике, поэтому... Поэтому мне нужны точки скопления. Мне нужно понимать, произойдет ли реакция. Я думаю, что произойдет. То есть у меня может произойти ложное а, пробитие. Да, давайте стрелочкой. У меня может произойти ложное пробитие. Опять все на повышение заходят. Охренеть. А, out USD. Ложное пробитие может произойти. Но там с перекрытием это плюс, конечно. Out USD, давайте на понижение. Здесь это типа фактически максимум. А, смотрите, все точки скопления я отметил. Я вижу, куда стремится моя цена, но я здесь отталкиваться пытался. От логики объемами, объемами анализом объемами. Движение вниз, хорошая свечка, нет теней, хороший объем, сила движение вверх нет теней объем меньше сила меньше чем у предыдущего движения тут были максимумы мы их прошли забрали ликвидность тут мы доходим диана нельзя отмечать движение вниз от точек скопления диана уверен что ты не в курсе что лучше меня не тегать Поэтому в качестве исключения, потому что написано Диана, а не Дмитрий, к примеру. Не тегай. Объяснение на видео. Первое китайское предупреждение. Вот это в виде исключения. Я не то чтобы такой важный, но это просто отвлекает, типа, вот тортик скину. Пусть будет. Так. Все классно. Все области отмечены. Смотрю, где находится моя цена. Три с половиной минуты до завершения. Вот цена доходит чуть выше. Дошла. Давайте три минуты. Сумму я меняю. Вход в рынок. То есть я буду синхронизировать здесь. Я не зашел здесь. Вот я объясняю, потому что этот вход достаточно интересный. Я не зашел здесь на повышение из-за объема. Я не зашел здесь на повышение из-за скопления вот этих максимумов здесь. Был шанс, что вот, сняли ликвидность и вернулись обратно. Нет, цена идет еще выше. Хорошо, мы дошли вот в моменте. Я отметил, где была цена. Вот мы доходим еще выше. Все точки скопления здесь также отмечены это дополнительный вход в рынок. В моем случае происходит. Огромнейшая свеча, большой объем. Открытие новой свечи. Давайте смотреть. Я зашел на полноценную отработку на 5 минут. Потом полноценное перекрытие на 3 минуты. И вот здесь я буду отрабатывать в случае вот таких вот рывочков. Уже вход на одну минуту. Все. Это отработка на импульсы. Как я говорил до этого, точки скопления они будут отрабатывать импульс. Вот вам импульс, одна минута, вход в рынок. Вот, я дошел до точек скопления. Они все здесь отмечены, на графике все это видно. Вот, все отработки подряд, в ряд, все вам показываю, где, как, что, зачем. Почему не зашел, объяснил, свою логику показал. Тут нужно понимать, что каждый отдельный момент отработки мы не можем брать в качестве вот знаешь примера вот отработал в плюс против толпы пошел идеально все классно и ты такой типа ура все супер я говорил у меня есть моменты с отработками с перекрытиями без проблем вот они находятся здесь прямо сейчас но на дистанции я показываю вам то что мой подход мой взгляд на рынок, он верный, он правильный и он будет работать и будет отрабатывать. Вот мой вход в рынок с перекрытием, с э, одним пунктом, смотрите, один пункт, разница, один пункт на соплях. Это абсолютная правда. Один пункт, один пункт. Дедуль, ответь, пожалуйста, если разница в днях. Ну, конечно, есть. При открытии новой недели здесь движуха будет, ну, скажем так, себе. Так, и вот основа. Моя первая основа, первое перекрытие. Цена рунула выше, выше. Я сказал как? Я отрабатываю на импульс. На импульс отработка произошла. Все. Есть люди, которые говорят, так цена же потом вот пошла. Так, какая разница? Сейчас все пошло на повышение. Посмотри, весь рынок у нас в моменте времени зеленый был. Ну, кроме вот этой ситуации, понимаешь. А вот OutUSD от максимума дополнительный вход в рынок от максимума. Видишь, точки скопления от максимума на импульс. Еще раз. Если что, вот я зашел здесь, плюс. Здесь ты зашел, подождал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, плюс. И снова, к примеру, подход. Понимаешь? Ты уже смотришь на объемы, объемы не растут. Происходит ложное пробитие, точек скопления. И ты думаешь, воу, пора что-то менять. Но ты все равно можешь здесь продолжать оставаться и продолжать свою отработку. Понимаешь, вот если ты придерживаешься плана своего четкого, то все будет четко. Вот я его придерживаюсь, у меня всегда все четко. Понимаешь? Там плюс, и все отлично. Цена пошла вверх. 12 пунктов. У меня был здесь плюс на импульс на один пункт. Вот вам вся правда. Можно даже делать и так. На истории это все видно. Основа, перекрытие и мое перекрытие в плюс. Да, на соплях, но это. Плюс. А, на связи был SmokeFX, я показываю вам свою живую торговлю, поэтому под лайкосов, стараюсь реально для вас от души для души. А, на связи был, на связи будет, SmokeFX, всех обнял, приподнял и всем пока!